Доступность широкого спектра медицинских услуг населению – одна из основных задач системы здравоохранения. С этой целью в регионах проходят различные мастер-классы. Специалисты республиканских клиник по запросам местных врачей проводят лекции, которые позволяют, не выезжая за пределы региона, получить новые знания. В областном кардиологическом центре было организовано несколько таких мероприятий. Лекции прослушали не только специалисты кардиоцентра, но и врачи общей практики, кардиологи при поликлиниках города и районов. Предложенные темы сформировали по запросам местных врачей по болезням сердца и системы кровообращения, которые нуждаются в особом внимании и контроле. Методики и подходы меняются, что дает пациентам надежду на улучшение состояния и уровня комфорта жизни с хроническим заболеванием. Это всевозможные лекции по тяжелым кардиологическим пациентам, в том числе и по перипортальной кардиомиопатии, которая, к сожалению, у нас в области тоже имеет место быть у пациентов после родовом периоде у женщин. И также у нас во второй половине дня будут практические навыки по эхокардиографии как раз-таки таким пациентам. Нас посетили сегодня практически все медицинские организации нашей области, включая и районное звено, и городское звено. Планируем сегодня продуктивно провести этот день. И также посвятить этот день нашим пациентам, которые также будут осмотрены. Коллеги из республиканских центров делятся своим опытом, наработками, инновационными методиками, которые в последующем будут применять в регионе. Ежегодно специалисты области выезжают на обучение как в республиканские клиники и центры, а также в зарубежные для повышения квалификации и обучению новым методам лечения кардиопациентов. У вас доктора грамотные, во-первых. Во-вторых, они не останавливаются на том, что достигли, очень хотят развиваться дальше, много читают, вот, потому что они заинтересованы, мы и приезжаем, и читаем лекции. У нас есть обратная связь, они знают наши контакты. Есть Асель Гайниденовна, куратор ХСН по вашему региону, Эльмира Гайсиевна, они на тесной связи с нами. Если есть какие-то проблемы с пациентами, они могут напрямую отправлять к нам пациентов. Нужно отметить, что каждое новое обучение имеет большой эффект для наших специалистов. Особенно ценно, когда мастер-классы проводятся на местах, так сказать, в привычных условиях. Новые методы лечения сразу же внедряются в протокол и становятся доступными пациентам. К сведению, хочется сказать, что буквально на прошлой неделе также в стенах уже нашего кардиологического центра также были проведены новые операции, мастер-классы именно по лечению аритмологических пациентов наших, именно хирургическое лечение аритмий, которые в основном лечатся медикаментозно, но есть та часть пациентов, которые все-таки нуждаются в каких-то хирургических коррекциях. И вот один из этих этапов – это криоабляция. Уже на прошлой неделе трех пациентов мы сделали с помощью специалистов республиканского уровня и в дальнейшем планируем делать уже самостоятельно. До конца текущего месяца состоится еще один мастер-класс по внедрению инновационных методов лечения кардиологических больных. Таким образом, они становятся доступными пациентам без необходимости выезжать за пределы региона. Екатерина Шмидт, Дильбек Исаков, Саид Самигулла, Акжаик, Акпарат.